вопрос в том, как бы я... Да, тут нормально, не антифашистов, адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой. Оба они были убиты в Москве среди бела дня, недалеко от Кремля, выстрелами в головы. 11 января этого года в Москве началось судебное разбирательство по этому факту. На скамье проблем. А ведь именно отсутствие верховенства права, деградация образования и социальной сферы привели... Убийство и нацистская пропаганда в нормальном обществе недопустимы. Мы уверены, что они недопустимы для большинства населения России. Но в условиях, когда масса людей безмолвствует, нацистским группировкам нетрудно действовать вопреки установкам большинства. Выходит, что молчание – это тихое согласие. Мы категорически...
расходиться по одному. Вы сами понимаете, в целях безопасности лучше расходиться большими группами. Большое спасибо, что пришли. Алло!